Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Iron Man Жизнь Деревни. И сегодня я хотел бы рассказать вам о таком цветном металле, как латунь. Но обо всем по порядку. В данном видео попытаюсь ответить на три наиболее важных вопроса. Первый, что же такое латунь? Второй, где она встречается и как ее отличить от других металлов? И третий, сколько же стоит латунь? Но обо всем по порядку. На каждый из вопросов я сделал свой тайм-код. Можете вы его найти в прикрепленном комментарии. Ну а я начинаю с первого вопроса. Что же такое латунь? Латунь — это цветной металл, а именно сплавь меди и цинка. Имеет ярко-желтый цвет. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот на примере вот этого латунного ключика вы можете увидеть цвет латуни, блестяще желтый. Но существует один нюанс. Весь желтый металл может являться латунью. Вот возьмем, к примеру, вот эту желтую трубочку. Казалось бы, латунь. Но если взять магнит, то мы поймем, что это железо. Этот важный нюанс присутствует только у цветных металлов и у латуни. Латунь не взаимодействует с магнитом. Простыми словами, не магнитится. Второй наиболее важный вопрос, где же можно найти латунь? Все электроприборы, содержащие в себе медь, со 100% вероятностью содержат в себе латунь, а именно латунные контакты. Латунь используется в контактах любого электронного прибора, латунь не ржавеет и имеет высокую токопроводимость. Поэтому в любом электроприборе вы можете найти латунные контакты. Также любые розетки, переходников, всякие удлинители содержат в себе достаточное количество латуни. Вот сейчас вы можете видеть, вот он, желтый металл. Вот такие латунные контакты. Также в электроприборах встречаются вот такие луженные латунные контакты. Их определить можно с помощью напильника, сделав небольшие царапины на металле. Также латунь используется вот в таких соединителях проводов. Вот вы можете заметить желтый металл. Все вот эти контакты и вот эти болтики латунные. Латунь также встречается на платах, как советского образца, так и современных, а именно в контактах и вот такие переключатели или всякие крутилки. Они все состоят из латуни. Очень широко распространена латунь в сантехнике, а именно краны, шланги душевые. Вся сантехника состоит в основном из латуни. Вот такой кранчик, довольно-таки увесистый. Имеет вот такую латунную патину. Но если сделать глубокую царапину, к примеру, напильника, можно увидеть желтый цвет латуни. Вот можно заметить характерный латунный блеск. Также довольно-таки часто встречаются латунные ключики. Вот вы можете видеть. Они также не взаимодействуют с магнитом. Вот если мы проверим, никакой реакции на магнит нет. Но если же мы возьмем, к примеру, железный ключик, он сразу же притягивается. Также довольно-таки часто встречаются латунные цоколи. Вот вы можете видеть, вот так они выглядят, когда их достанем. Немножечко латуни все же есть. Копилку собирать можно. Латунь встречается и в виде вот таких трубок в холодильниках и других электроприборах. Вот видно желтый цвет латуни. Латунь можно найти на старых камерах. Вот такие латунные штуцера. Вот это от трактора. Также вот велосипедный штуцер. Все они состоят из латуни. Как вы уже поняли, друзья, латунь — широко распространенный металл и встречается в любой электротехнике. Ну а сейчас переходим к третьему вопросу. Сколько же стоит латунь?
на 2021 год цена латуни достигала до 3500 долларов за тонну латуни. За килограмм латуни сейчас на рынке платят 3,5 доллара. Ну а как дела обстоят с латунью у вас, напишите в комментариях. Ну а на этом у меня все. Если вам информация понравилась, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До 500 подписчиков осталось совсем чуть-чуть. Всем пока!